Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала, с вами Алексей Грильков. Прежде чем мы сегодня приступим к приготовлению, мне бы хотелось сказать пару слов благодарности. Ребят, вы знаете, я недавно приболел, был пост ВКонтакте, очень много пришло комментариев о том, что Леха выздоравливает, да и в Ютубе ребята тоже почему-то об этом узнали и написали, может, сам там что-то проболтался. Но смысл в том, что хотелось вам сказать огромное спасибо, это очень приятно, что вы поддерживаете, так что если бы мог, поставил каждому лайк. Спасибо, действительно, поддержка очень важна, я выздоровел, готов войти в кулинарный бой с продуктами, так что будем мутить. Что по сегодняшнему рецепту? Сегодня будет китайская кухня, я понял, судя по лайкам и комментариям, вам эта тематика очень понравилась, поэтому буду ее продолжать. Сегодня будут куриные крылышки. Самый, конечно, бы кайф, если мы пошли на улицу, на грильчике. Наташа не хочет на улицу, действительно, на улице уже очень холодно, поэтому сегодня будет... Ну, на улице было бы лучше, конечно. Ну ладно, сделаем все дома. А вы знаете, чаще всего делают куриные крылышки в духовке. Это, несомненно, вкусно, но так как у некоторых нет духовки, и это тоже очень долго, и если вы делаете в духовке, есть один большой минус. Их нужно замариновать, и на маринование должно уйти, ну, хотя бы часа 2-3. При лучшем случае часов 10. Сегодня я покажу, как мы будем делать. Мы сделаем вначале глазировку в воке. Можно использовать обычную сковородку. Это я тут уже выеживаюсь с этими воками. Вы смотрите сами. И в эту глазировку мы опустим замечательные крылышки. Это будет несомненно вкусно. Они будут на 100% обладать интересным вкусом, который вы точно не пробовали. Я такое пробовал как-то один раз в китайском ресторане, мне очень понравилось, взял себе на заметку, потом что-то искал в интернете и наткнулся на этот рецепт, приготовил один в один. Так что мутите, готовьте, это действительно здорово, но об этом я расскажу в конце. Первое, чем мы сейчас с вами займемся, это будут куриные крылышки, их нужно немножко подготовить. Вот оно, среднестатистическое крылышко, господи, как же я себя уже сам достал этим среднестатистическими показателями. Я буду подготавливать так и вам советую делать то же самое. Значит, режете здесь, находите центр, вот все, все делается элементарно, конечно, важны острые ножи, но если у вас есть сноровка, можно это сделать и палкой. А по поводу третьей части, я ее не очень люблю, поэтому я ее, естественно, отрезаю, она мне не нужна. Сейчас я подготовлю 1 килограмм куриных крылышков, и, соответственно, маринад сегодня будет тоже на такое количество крыльев. Крылья подготовлены, теперь мы с вами займемся глазировкой. Ставим вок, либо в вашем случае это может быть сковородка, на конфорку и ставим на чуть выше среднего огонь. В вок добавляем немного масла подсолнечного. Добавляем 2 столовые ложки меда, в вашем случае это может быть сахар, но я рекомендую добавить именно мед. И он сейчас начнет эффект карамелизования. На это пройдет где-то минута, да, наверное, минута, не больше. Главное, все перемешивайте. А, ребята, главное сейчас не передержать мед, иначе он потом даст горечь, поэтому... Ровно где-то минутку мы сейчас все карамелизуем. Он немножко поменяет цвет, и вы поймете, что можно двигаться дальше. Ребята, вот в принципе в таком состоянии должен быть мед. Следующее, что нам понадобится, это пиво. Лучше использовать светлое, нам понадобится 200 мл. Хотя здесь у нас немножко побольше. Добавляем его тоже сюда. Также добавляем 50-70 мл соевого соуса. Далее по специям. Я знаю, что может быть сейчас это будет странно слышаться, но я добавляю корицу молотую, где-то 1/3 от чайной ложки. Ребята, это обязательно все нужно добавить. А также для придания перечной остроты добавляю 1/2 чайной ложки чили. Это может быть кайенский перец в вашем случае. Ну, разумеется, свежемолотый перец. Куда же без него, без этой заразы никуда в нашей жизни. И все, перемешиваем. И на среднем огне... Ждем, когда соус начнет увариваться. Он должен быть немного-немного густым. На это уйдет сейчас минут 5-7. Прошло 7 минут. Вот такая вот густота небольшая должна получиться. Не доводите до состояния сиропа. Что дальше? Во-первых, сейчас увеличиваем огонь, ну, почти на максимум. И закидываем сюда крылышки. По времени приготовления сейчас должно пройти где-то минут 10. Они... Можно сказать, немного тушится, но в этот момент они забирают максимальный вкус от маринада. Наташка только что заметила о том, что сразу же начинаются запахи. И очень важный момент. Имбирь в самый последний момент. Не нужно в глазировке его прожаривать, он отдаст свой вкус, будет не то. Вот в этом моменте его добавляете и все перемешиваете. Ребятоньки, сейчас просто крылышки настолько раскалены, они забирают в себя этот маринад и этот вкус. Грандиозно. А что мы делаем? Естественно, мы постоянно перемешиваем, чтобы именно по этой причине вок очень удобен.
чтобы что-то было внизу, что-то наверху. Они сейчас будут такого интересного коричневатого цвета. В общем, все как надо. По огню я уже говорил, ставим на максималочку, когда прожариваем, потому что это должно произойти в больших температурах. Ну а мы с вами ждем представления блюда и будем пробовать. Крылышки по-китайски готовы. Так, пару моментов. Во-первых, когда вы уберете их с вока, либо со сковородки, ну, в воке готовить удобнее, можете мне поверить, останется очень много глазировки. Оно будет очень-очень густое, это волшебный соус. Ни в коем случае не надо его выливать. Что вы делаете? Ну, вы, наверное, уже поняли по превьюшке. То есть вы выкладываете на тарелку крылья, сверху поливаете этим волшебным соусом, именно полейте, не надо макать, именно полейте, он разойдется куда надо, короче говоря, и посыпьте обязательно кунжутом. А кунжут, мне кажется, это такая фишка, в каком-то смысле, наверное, можно сказать, китайских блюд, потому что очень многие китайские блюда используют именно кунжут, и они дают такую, вы знаете, интересную нотку, мне кажется, можно сказать, даже какую-то ореховую, что ли, но это каждому свое. Я думаю, что вы не против, если я вам покажу, как это отходит все от косточки. Давайте возьмем одну штучку. Вот она. Смотрите. Ну, вы видите, да, она просто от кости отходит. И вы знаете, что мне нравится? Нету эффекта того, что они варились здесь, то есть тушились, скажем так. Нет, они именно как будто поджаристые, очень красивые, загорелые, как будто только что с отпуска приехали. Давайте попробуем, что у нас получилось. Ну, я пробую не первый раз, поэтому ничего там нового я вам не расскажу. Моя любимая часть — это вторая. Какая-то такая чертовски привлекательная для меня. Поехали. Если вы любите китайскую кухню, но вдруг этого вы не пробовали, то просто бегите за ингредиентами. А по поводу дополнений или каких-то, я чаще всего говорю, ребят, вот это можно заменить тем-то, здесь такого нету. Полностью соблюдайте этот рецепт, не отходите от него ни на шаг, то есть меда добавляйте где-то 2 столовые, все, как я сказал, именно при этом вы получите хороший сбалансированный вкус. Он не должен быть слишком сладкий, он должен быть сладко острый за счет имбиря. Имбирь в последнюю очередь, я об этом уже говорил, это очень важный момент. Если вы его будете прожаривать, он будет не то. Я пробовал, серьезно. Делайте именно вот так. Последний момент, кунжут обязательно. Чеснока, вот, ну, мы с Наташей разговаривали о том, что она говорит, я бы добавила чесночка. А вы знаете, а я скажу, наверное, нет. Единственное, что, может быть, я бы добавил, это немного побольше имбиря, потому что имбирь в этом блюде отвечает за остроту, за такую китайскую нотку, скажем так, поэтому его можно было бы и побольше. Естественно, говорить о том, что добавлять сюда там табаско, загружать, еще чего-то, нет, не нужно. Здесь должна быть такая нужная, хорошая остринка без перебора. К чему подойдет? Вот, честно скажу, подойдет к пиву. И подойдет именно не к какому-то элю, может быть, там стауту. Нет, возьмите лагерь, хороший лагерь, который вам нравится, вы не обломаетесь. Не нужно перебарщивать, покупать 7-8 бутылок, делать такую порцию. Возьмите одну хорошую бутылочку, сделайте на ужин. Если вдруг у меня смотрят сейчас девочки какие-то, не какие-то, мои любимые хорошие подписчицы, обязательно мотайте на ус, готовьте своим мужикам, потому что пальчики оближете. Ребят, правда, и это одно из тех блюд, которые надо готовить. Все, больше ничего говорить не буду. По стоимости у меня получилось 150 рублей на все про все. Это недорого, и для того, чтобы приготовить, да. По порциям, ну, наверное, на двоих скорее. Хотя вы знаете, это крылышки, как семечки. Вот если вы с голодухи вечерочком приедете, ну, наверное, килограммчик такой можно уплести под какой-нибудь кинчик, сериальчик, тут уже смотрите сами. Ребята, как всегда, если нравится такая тематика китайских блюд, суши помню, про суши все помню, это не китайское блюдо, японское. Мне же Наташа такая говорит, Леша, а когда буду суши? Я говорю, ты-то куда, хорошая моя? В общем, ставьте пальцы вверх, если нравится такая тематика. Если не нравится, естественно, ставьте пальцы вниз. Нет, не вот туда. Ну а с вами был, как всегда, Алексей Грильков. Подписываемся на наш канал на Ютубе, подписываемся на лайв-канал. Ссылочка на группу ВКонтакте будет в описании. До вкусных встреч, пока. Ребята, еще раз спасибо большое, что писали всякие положительные, добрые слова. Мне очень приятно. Я вас всех очень люблю и ценю. Пока.